приглашается Сабармурат Алагулиев, город Ставрополь, клуб «Аваза». Что ж, мы специально выдержали такую небольшую паузу, чтобы вы, уважаемые зрители, могли своими ушами вот, послушать, что происходит в зале, потому что дворец спорта Невинномысска вмещает в себя 2000, ну, может быть, чуть большее количество зрителей, болельщиков. Благодаря прямой трансляции СТВ, происходящее сейчас в Невинномысске, доступно сотням тысяч, может быть, даже миллионам телезрителей, которые смотрят наш канал. И вот сейчас только что закончилось представление участников, и борцы готовы выйти на ринг. Я напомню, что это Алим Куантов из Нальчика, который представляет спортивный клуб «Алигат», и Сапармурат Аллагулиев из Ставрополя, клуб «Аваза» он представляет. И вот они, решающие минуты перед началом поединка, борцы появляются на ринге. Мы продолжаем в нашей студии принимать гостей. Сейчас в нашу трансляцию включается депутат Ставропольской краевой думы Николай Олегович Новопашин. Николай Олегович, добрый вечер. Добрый вечер, всех приветствую. Ну что, как вам происходящие сегодня в Невинномысске события? Что, как оцените события на ринге? Ну, во-первых, это не только к Невинномысску, не, даже неправильно отдавать это мероприятие. Это Ставропольское, краевое, потому что это первый раз такое. И именитые гости, именитые спортсмены приехали, люди, которых знает весь мир. И бойцы сегодня довольно представлены, ну, скажем так, колоритные. Поэтому и залы, оформление, организация, и ведущий. Поэтому и телевидение, кстати, СТВ, это сегодня лучшее телевидение в крае, которое освещает. Поэтому... Прямая трансляция, которая сегодня идет, это, конечно, событие в истории ставропольской телевизионной журналистики. Прямая трансляция такого уровня. Ну, возьму на себя смелость сказать, что такого еще в истории нашего региона не было. И вот мы видим, как раз сейчас в эфире происходит... Происходит захват и... Очень напряженный момент. Николай Игоревич, а вот вы близки вообще к миру спортивных единоборств? Или сегодня вы, как и мы, ставропольские журналисты, дилетантским взглядом просто наблюдаете за происходящим? В спорте, признаюсь, я дилетант, но я близок к проблеме профилактики наркомании и пропаганде трезвого образа жизни. Вот сегодня, мне кажется, те подростки... Полный зал молодежи сейчас сидит, да? Мне кажется, они смотрят, и любой человек сегодня, глядя на этих спортсменов, красивых, спортивных уроженцев Ставрополя, а я смотрю, они все что... хотят им подражать. Да, и подражать есть чему. Насколько я понимаю, что вот этот поединок закончился досрочно. Да, был проведен удачный прием, и мы видим, что один из бойцов торжествует. Ему сейчас поднимут руку вверх в знак его победы. Николай, вот сейчас давайте послушаем, как ведущий объявит об исходе этого поединка. Заявленным преимуществом победителем боя объявляется Сабармурат Алагулиев, Ставрополь, клуб «Аваза». Гордость за Ставрополь. Да, Сапармурат Аллагулаев из Ставрополя только что был объявлен победителем, а это значит, что представитель Ставропольской спортивной школы одержал верх.
Николай Ильич, но я вот видел, сейчас спускался вниз, смотрел на происходящее в зале, на зрителей. Многие пришли с детьми, молодые совсем мальчишки, смотрят на происходящее просто вот восхищенными глазами. Да, то есть я так понимаю, что они отсюда выйдут и завтра же запишутся в какую-нибудь спортивную секцию борьбы, бокса, чтобы вот как-то походить. Именно эти мероприятия, и знаете, я всегда противник того, когда говорят, что пропаганда здорового образа жизни должна быть в каких-то фильмах или роликах, или баннера давайте понаклеим антинаркотические. Да нет, это надо детям нашим. Вот. Вот реальный пример, когда красивые, спортивные, крепкие уроженцы Ставрополя сегодня берут кубки, становятся победителями. Вот со мной сын, ему 12 лет, он сидит и говорит, я тоже пойду заниматься, завтра запишусь и буду участвовать в соревнованиях. Поэтому, и еще что очень важно, понимаете, столько именитых звезд спорта собрались, приехали практически со всей страны. Поэтому это тоже очень важно, большая заслуга здесь организаторов, и я вам скажу, такого уровня на Ставрополе и еще турнира по единоборствам любого вида не было. Да, ну вот и мы судя по статистике, вот я смотрю, все-таки большинство победителей сегодняшнего дня были именно представители Ставропольской спортивной школы, это значит, что она на подъеме и уже какие-то